Алексей Селяев – волейболист золотого состава клуба «Саранскабель» начала 2000-х годов. В это время наша команда проделала путь от студенческих соревнований до Суперлиги «Б». Алексей также входил в сборную команду Мордовского госуниверситета, которая дважды подряд становилась чемпионом Европы среди студентов. Селяев, будучи младше своих основных сокомандников, всегда отличался огромной волей к победе и крепким здоровьем. Поэтому весть о его тяжелой болезни, в результате которой его не стало, тогда была настоящим шоком. Про Алексея что можно было сказать? Выделялся очень крепким здоровьем, был физически сильный, очень выносливый. Хоть он был моложе на тот момент, когда мы играли с ним в одной команде, разница в возрасте где-то там лет 5-7, наверное, у нас была, но не отставал от старших, все время был как бы на уровне. И многие очень удивлялись, как человек с таким здоровьем так рано ушел из жизни. Турнир по волейболу «Память Алексея Селяева» «Кубок дружбы» проводился в течение нескольких лет, но, пожалуй, впервые организаторам удалось сделать его столь масштабным. Получилось это в том числе и благодаря поддержке спонсоров соревнований. Команд, на самом деле, было не тяжело собрать, так как Алексея знают много людей, не только в Мордовии, по всей России. Много друзей у нас. Они, естественно, поддержали нас в нашем начинании и приехали сюда к нам. Уровень первой лиги ПФО, ЦФО, то есть, ну вот, примерно так. Есть люди, которые уже и поиграли, соответственно, уровень разнообразный и высокий. И команда скомпонована так, что будет красивый волейбол. На турнир съехались коллективы из Самары, Мурома, Тольятти, Ульяновска, а также Саранска и Торбеева. Всего было представлено 7 команд. Баталии проходили в течение 2 дней. Сначала команды сыграли на групповом этапе, затем прошли игры плей-офф. Конечно, это очень приятно и очень памятно для нас, например, для ребят, которые играли с ним в одной команде. Это лишний раз собраться, вспомнить, почтить память Алексея. В итоге победителем турнира стала команда ТК-9, которая одержала победы во всех матчах, включая финал, где коллектив из Торбеева был сильнее команды «Железобетон» из Самары. Бронзовые медали завоевали волейболисты из Мурома, которые в группе при равенстве очков обошли команды из Тольятти и Саранска только по дополнительным показателям. Юрий Осипов, Андрей Просвиркин. Программа «Наш спорт».